Бесконечные житейские дела часто увлекают круговертью. Но особенное время ждет душа. Время за закрытой моей дверью. Захожу я в свою комнату, и там голову поспешно я склоняю, ощущая, что Господь так ждал меня. В трепете колени преклоняю. И в объятия Иисуса отдаюсь, плачу от Его прикосновений, откровенно я Спасителю молюсь. Сердце наполняет сокрушение. Я ликую и Христа благодарю, духом и умом я с Ним общаюсь, что пораньше не пришла сюда, к Нему, искренно жалею я и каюсь. Я скучала, понимаю то всерьез, надо было все давно отбросить. Подождут дела, ведь это не вопрос. Где же ты так долго? Он вдруг спросит. Я так ждал тебя, любимое дитя. Дорогие такие мне мгновения, когда мы наедине. Лишь ты и я. Вместе хорошо нам быть. В общении для тебя эти минуты благодать, сильное для духа подкрепление. Торопись, чтоб время жизни не терять, многое возможно на коленях. Бесконечные заботы и дела, замкнутость житейской круговерти. Пусть особенное время для тебя будет за закрытой твоей дверью.